Первый заместитель председателя Всероссийской организации «Боевое братство» Дмитрий Саблин встретился с жителями Новопеределкино. Сенатор посетил ряд школ, а также пообщался с представителями молодежной палаты района. Дмитрий Саблин рассказал учителям о патриотической работе в молодежной среде, которую проводит ветеранское движение. Руководители школ высказали пожелание тесно сотрудничать с организацией «Боевое братство». Они отметили, что хотели бы привлекать представителей объединения к участию в воспитательной работе. А желание есть из этих классов? Да? Ну, значит, мы сделаем. Вот я могу сказать, что сделать 30 класс. Вот беру на себя как бы это обязательство. ВУЗ мы найдем, причем найдем лучший ВУЗ, который есть в стране. Московская, высшая, общая команда училища. Кремлевские курсанты. Лучший ВУЗ. Дальше побежали. В рамках встречи Дмитрий Саблин также побеседовал с представителями молодежной палаты Новопеределкино. Обсудили реализацию будущих молодежных проектов в районе. У нас мама о чем переживает больше всего? Погибших. Они переживают больше всего об одном. Просят все. О том, что будет с могилами их детей, когда они уйдут. Ну, как? Мама-то в возрасте погибшего, почему в Афганистане. И все понимают, что больше всего волнуется, что, ну вот, если мы за могилой 15 лет не ухаживают, все ее срывают, все прошло. А как, ну, парень погибающий орудие, например, да? Какие-то моменты такие, вот привлечься, чтобы сделать хорошее дело. Вот какие-то есть могилы, здесь же они есть, тоже ваши же земляки, тоже похоронены здесь. Вот эти могилы привести в порядок, это смотреть, взять как-то их, знаете, шефство над ними просто взять. Сенатор заявил, что необходимо консолидировать молодое поколение, привлекая его к участию в интересных мероприятиях. Ангелина Кубалова, специально для портала «Новая Москва».